всегда на острие атаки, мы всегда там, где мы нужны. Мы всегда готовы выполнить присягу, которую мы отдавали на верное служение нашей Родине и нашему Отечеству. Мы должны быть горды тем, что белорусская милиция и белорусский уголовный розыск по-прежнему честно и преданно служат своей стране. Желаю вам удачи и хорошего настроения.